мы. Бандиты. Бандиты. Ну, да, изверги. Думаю, подскажет мне. Изверги и хамы. Да. И очаровательная Галина, а.к.а. Кенди. Ну что? Ничего себе. Значит... Ты выдал-то. Да, значит, мы достигли 25 уровня, Галь, поэтому ты сразу ставь сама знаешь что. Это да. О, я дождалась ее, ура! Вот теперь я тоже дождался. У меня будет очень крутая снэпушечка. И попробую я, пожалуй, даже не знаю. Слушай, Сашок, расскажи, откуда у тебя здоровья столько много? А у меня прокачивается на здоровье, чувак. А у тебя сколько здоровушка там, а? 575. Ну, видишь, у меня чуть побольше. 736. Да. Так, меня больше интересует, куда мы пойдем дальше. Давайте сейчас, во-первых, мы с вами, знаете, что сделаем? Что мы сделаем? Так, взрывной кулак, второй уровень. Кстати, дайте я взрывной кулак, у меня как раз взрывной урон прокачан. А, мы сейчас с вами продадим ненужные вещи. Дим, не знаю, ты дробовики любишь? А вот что у тебя там по дробовикам? А у меня есть ужасный дробовик, он стоит 6, почему-то 800. А, ну дай-ка мне его. Видать, крутой. Так, попробуешь его, если что, продашь, он 6 800 стоит. Тем более у тебя денег там вроде мало было. Так, а я остальное тогда все скидываю. Ай, блин, в обратном выкупе. А? Да в обратный выкуп зашла кого-то фига. Ну, бывает такое. Так, что здесь у нас по оружию? Кто там стреляет? Снопа 200... Ё-моё, Галь, вот это вот нужно тебе посмотреть. Чё там? Снопа 216, темп стрельбы 0,6, но шанс устроить взрывы и четырёхкратное... Так, подожди, четырёхкратное значение. Меньше минуты осталось. Если хочешь, я тебя куплю. Не надо, подожди. Сама купи. 216, у Гали 100 тысяч денег. Нифига себе. Да ты что, у меня 241 и 2,4. Нормально. Не, я не буду, пусть она лежит так. Ну что, все тогда, готовы все? Нет, я не готова, подождите немножко. А следующее какое у нас задание будет? Сейчас быстро глянем. 25 уровень. Спокойно, спокойно, спокойно. А ну отойди с линии огня. Он не залетает туда? Не. Так, вот теперь погнали. А куда мы поедем? У нас, смотрите, остался каньон Крома. План саботажа. Пойдем в могильную шахту. Давай. Взорвем там все к чертям. Давай, 18 уровень, там опыт и, в принципе, нормально денег. А в какую сторону там ехать? Нам бы до этой станции клонирования. А ее тут разве нет? Нету, поехали. Как нет? По-моему, есть. Нет? Галя уехала. Подожди, а вот это что такое? Так, стоп, вот я вижу станцию клонирования. Вот она, станция клонирования. Могильная шахта, да? Галь. Да, могильная шахта. Ну все, сейчас в могильной шахте мы с вами окажемся. Прыгай в машину. Но мы все равно без машин с вами останемся. Почему? Ну потому что они не клонируются, эти автомобили. Почему? Ну, потому что таков закон природы. Почему? Клонировать можно органику. О, здесь, только здесь мы были. Мы сейчас быстро с вами туда доберемся. Пошли. Куда? Че, кто? Так. Зачем? Началось. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, escape надо нажимать сразу. А кто ж знал? Я думал вообще на reset нажимать на компе. Ну, извините, ну... Так, а зачем туда? Мы же в могильной шахте оказались в итоге. А это уже не я была. Это уже Дима вперед. Это ты была. Можно посмотреть на запись. Так, что? Куда? Ну все, погнали. Патроны есть, все есть. Блин, вообще 16 уровень. Ё-моё. Правда, непонятно, почему по 2000 опыта мы с них получаем. С этих простачков. Что можно объяснить? А сейчас 14 опыта. Ладно, за 1000 продам. Там пушка была хорошая, между прочим, для меня. Гранатомет? А, это гранатомет отстой был? Вообще был.
Не, если был гранатомет, то он мне не нужен. А, кстати, дайте я гранатомет попробую, ты новый. Ну, дайте на большаке вот этот. Что-то промахнулся. Да, промахнулся. Ну, сейчас, сейчас исправлю. Но это на самом деле уровень не тот. Блин, вообще жесть. Он прям очередью 4 саживает. Ну ладно, его на каких-то крупников надо оставить. Так, тот стреляет сверху. Да побежали туда, на это, наверх. Здесь поверху, мне кажется, вообще можно пройти. Ууу, ящик с оружием. Дай-ка я постреляю. Так, 1000. Оу, что-то у него упало даже. 1000. Ну это все ерунда на самом деле. Сейчас денежки соберу вам. $191, нифига себе. Открываю все, забираю деньги. Так, это мне не интересно. Вот, то, что мне интересно. Так, ну нам вообще куда-то влево там надо переться. Я думаю, вы обратили на это внимание. Ну, дай гранатомет. Да, мы здесь уже были. Определенно. Ну-ка, ну-ка, это мой. Так, я за турелькой. Отлично. Ну и гаси их теперь. Шесть опыта получил. Высадил. Такие дорогостоящие припасы. Загасишь его? Отлично. Тут еще, смотри, справа у тебя бегает. Давай. Ко мне. К ноге. Ух ты, по 753 опыта да дает. Да уровень. А, опыта? Да. Как турелька. У тебя опыта может быть столько? Турелька. Давай, 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 дохни. Да все, сбили. 16 с этого громадного опыта получил. Ну что, все? Нет никого? Ну, вроде бы. Разобрались? Оружие дешево вообще здесь. Так, какой-то заряд мы открыли. Тут открыли, установили. Так, что двигаемся дальше? Дальше смотрим. Так, опа, идет у нас безбашенный дращун. Сейчас он пипец будет. Сейчас я еще гренку ему запущу. Все. Так, я вижу, я устанавливаю. Блин, 162 бакса пушка стоит. Еще ужас. Так, еще кто-то там что-то сделал. Я. Не такой же бесполезный член команды. Ну да. Не поспоришь. О, смотри, сколько ящиков, Дим. Я пойду деньги возьму. Давай. О, я. Деньги, деньги. Все, работу выполнили. Прям всю выполнили? Да. Надо сваливать отсюда быстрее, сейчас все взорвется нахрен. Ой, ладно, продам, возьму, продам. Возьму, продам. Ну, погнали тогда, чё? Обратно, что ли? Бум! Так, хорошо, так, из огня да в полыме. Это где? Просто, здесь же? Просто, вот. 21 уровень, сложность также просто. Ну, в бесплодных землях, да, Галь? Да, 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 я все в одном месте. Так, зайдите к Бахе по просьбе скутера. Ну вот давай как раз в бесплодных землях все это пополняем. И потом уже как раз пойдем с вами. Ну что, в магазин будете заходить кто-нибудь? Да. Так мы же все продали вот только что. Где вы продали, где вы успели продать? Я вот только на выходе магазин здесь вижу. Ну, а до этого? Нет, мне надо кое-что попродавать. Там что-нибудь интересное есть на продажу? На покупку, точнее. Сейчас гляну. Оно, по-моему, по всем автоматам одно и то же. Урон от гранат, щит. Блин, вообще говно. Если честно. Друзья. Сколько у меня денег? 90 тысяч. У Гали больше всех денег. Она там все кричит, что ей мы ничего не оставляем. Дим, готов? Почти. Я просто экономная. Поехали. Поехали. Ой, простите, простите, простите. Все, ну поехали. Поехали. Хотя подожди, надо было станцию клонирования использовать. Так бы мы сразу около этой станции оказались бы. Ладно, посмотрим сейчас. Ну, около станции в бесплодных землях, естественно. Но сейчас здесь на машину прыгнем. Брык и погнали. Правильно? Да, и поедем сразу.
Так, и здесь, кстати, есть станция клонирования, обратите внимание. Или это не станция клонирования? Нет, это машина. Короче, Димок, телепортнешься. Я, по-моему, в первой или в какой там машине. А, ты поедешь отдельно на машине, да, получается? Галя, руководи, пожалуйста, процессом, куда нам сейчас сруливать. Так, хорошо, едешь прямо. Прямо я не смогу проехать. Левее, 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 левее. Теперь правее. Правее? Да, ну теперь прямо. Прямо, левее, 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 левее. Там ты проехать не сможешь, ну, прямо. По дороге? Прямо по дороге. Эй, кто-то... Направо. Так. Да, вот сюда, теперь направо. Ты поздно говоришь, заранее говори. Прямо, 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 прямо. Сюда? Прямо, прямо, прямо. Галь, сюда я правильно еду? Да, правильно едешь, стой. Бля. Фига, вы видели, там турель какая-то. Че жесть. Ну, ребята, 4000 с меня. Ну, прямо. А что случилось-то? Да вылетел куда-то. С трассы? Так, а мы, походу, приехали. Да, нет, нам все. Же к Бахе надо было. А, к Бахе? Да. Ой, елки-палки. Ой, дядечку-то. Чего? Того. Чего с ним? Подвесили за ножку. Да ты чего? Правильно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Работы вы...